Как дела, голубка? Куда мы идем? Мы не говорим о круге, это секрет. Какой секрет? Вот именно. Встречайте, Трэвис, бешеный пес Мэддокс! Это не для меня, пойду-ка я лучше заниматься. Здрасте. Можно? Ну, держись. Твое присутствие немного отвлекает. Увидимся, голубка. Что это был за парень, тот с татуировками? Ах, это его сосед, он второкурсник. Он учится в колледже? Ты не в моем вкусе. А я на любой вкус. А он горячий. Люблю эту фотку. Слишком поздно закрывать. Зачем ты здесь? Чтобы пригласить на ужин. Заберу тебя в 8. Я тебя сломаю. Попробуй. С ним ты дерешься? Это твой способ признаться, что я тебе нравлюсь? Ты мне не нравишься. Если он дотронется до меня, я месяц не буду заниматься сексом. Что, поспорим? Да, а если я выиграю, ты будешь жить со мной целый месяц. У-у-у, по рукам. Бей его! Пакуй вещи, зайка! Ты будешь жить со мной! И зачем я спорила? Эту линию не пересекать! Китайская стена! Вау! А это что? Скажем так, это не ручка. Ты воплощение всего худшего в парнях. Мы можем быть друзьями? Эбби, да отойди ты! Эй, без приставаний! Ого, что это был за звук? Он слишком многого обо мне не знает. Я безумно влюблен в тебя. Заткнись и поцелуй меня. Ну, туда, ладно. Давай туда! Да. Мое прекрасное несчастье. Привет, Эбби. Обнимемся? Эй, малышка, не надо так здороваться. Ты не в порнухе. В кинотеатрах 6 апреля.